Россияне могут меньше платить за вывоз твердых коммунальных отходов, если за ними не приезжают вовремя. Об этом рассказал координатор школы грамотного потребителя Александр Козлов. Он пояснил, что ежемесячная плата может быть занижена на 3,3% за каждые 24 часа суммарной месячной задержки сверхдопустимого. Козлов напомнил, что в теплое время в большинстве регионов России мусор должны вывозить раз в сутки, а в те месяцы, когда температура воздуха не поднимается выше плюс 5 градусов, раз в трое суток. Единовременно отклонение от этих нормативов допускается в пределах от 24 до 48 часов.